Красотища. Не проехать ветки прям до дороги. Едем к Алинке. Костя же мимо Антоши не может проехать. Все замело, как снегом. Я так тихо говорю, потому что у нас маленький в машине спит. Никак уснуть не мог. Кричал, кричал. Успокоился. Костя говорит, лопату надо, конечно, мы что-то. Кстати, это не наш столб лежит случайно. Ой, девочка моя, все у тебя тут замело. Уеду скоро. Ну, а может батарейки поставить? Выкрыл? Сейчас посмотрим. Если будет работать, будет лучше. Поменял батарейки, Костя, и загорелась наша гирляндочка.